видео для мебельщиков, для умельцев, для тех, кто умеет и любит что-то сделать с мебелью. Вот. Естественно, сам узел интересует. Это мусор. Куда девать мусор при готовке пищи, при, ну, все остальном. То есть вариант вот такой. Открывается. Вот оно. Ну, естественно, все убрал. Обиходное. Вот. Вот вариант выброса мусора. Просто на гидравлике. Спокойно. Открыл, выкинул. И просто закрыл. То есть удобство полное. Всем нравится. Вот. То есть продемонстрирую. Оп. Допустим, я образно говоря, чпок, закрыл и работаю дальше. Вот. Ну, я крышечку заберу. Вот, покажу конструктив. То есть, со светофора купил. Просто одной рукой неудобно. Вот такой для белья. Пакетик, все спокойненько. Вот конструктив, выбрасываемая ячейка такая. Вот там стоят внутри гидравлики, они упирают. Вот они, два гидравлика. Вот, вот эти два вертикали запирающие. А это просто у меня получились как рычаги. Тут повыпиливал, конечно, пришлось в ходе конструктива выпилить, чтобы было это самое место для них. То есть, как бы это, импровизировал, как мог. Вот. Тут навесики, все такое, как говорится, оно, ну, работает. Всех устраивает. То есть, собственно, ноу-хау мне нравится. Чпок. С нагрузочкой сюда, с нагрузочкой обратно. Это как лифтик идет. Чпок. И расстояние под мусорочку, когда забитый уровень не влазит, тогда пора убирать. Отсек, сам отходы есть, отходы человеческие, сам по себе там, ну как есть, что признаваться. Воняет, воняет он там себе. И все так. Черпок. Вот так вот. Ну, может, кто-то придумает свой конструктив сборки. Но у меня так получилось. Я пока по ходу движений туда-сюда. У меня так оно прикручивается, отворачивает что-нибудь там это самое. Ну, устраивает всех, в общем. Все, спасибо. Запишите комментарии. Ну, предложение меня не интересует, естественно. Ну, рад буду вашим эмоциям. Спасибо большое.